Всем привет, это Алекс, и сегодня я попытаюсь записать небольшой видеообзор быстросъемных аккумуляторных клемм Quick Power. Узнал я о подобном девайсе благодаря своему же форуму mytaper.ru, где поднялась тема, мы начали обсуждать вообще быстросъемные клеммы в целом, какие будут лучше смотреться, какие лучше купить, где купить и все такое. В итоге остановили свой выбор на производителе OGLP. Вот то, что я сейчас держу в руках. Ну, исходили тупо из внешнего вида. Вот так вот они выглядят. Все достаточно как бы очень солидно. Очень симпатично. В Москве мы их почему-то найти не смогли. Люди говорили, по-моему, писали на драйве то, что они их находили в магазине Русь. В Руси их нету, сказали, что у них такой общей продукции не встречается. Заезжал на BP, где тоже кто-то там отписывался. На BP их тоже не нашел, куда не звонил, куда не писал. Либо такая продукция не представлена, либо большие сроки поставки там из серии месяц-два ждать. Ждать не хотелось, поэтому полез на eBay искать их. На eBay я их, конечно, нашел сразу же. Но там они с доставкой вставали порядка 1000 рублей. Подумал то, что это как бы достаточно дорого. Начал искать другие варианты. Нашел их в Киеве. Ну так в Киеве у меня никого нет, никто мне прислать их не смог. Нашел их в Питере. Цена вопроса за комплект. Плюсовая минусовая клемма порядка 550 рублей. Ну и плюс еще наш любимый Почта России, которая из Питера в Москву доставляет за 200 рублей. Хотя гоняет у поезда каждый день. Итак, что мне в них понравилось? Понравилось качество исполнения. То есть у них жесткий пластик, качественный, добротный. Красивая гравировочка, все как надо, все как шведы любят. Но очень прикольно они смотрятся. Мне понравилось единственное то, что вот здесь вот непонятная щель. Мне пришли два комплекта, и на обоих комплектах, здесь, где у нас должен проходить провод, здесь непонятная щель. Я не знаю, может быть как там вот подтянуть их надо, может быть еще что-то. В общем, я еще не ковырялся, но так подумал, то что когда я сейчас вставлю провод, ведущий к аккумулятору, щель должна немного уменьшиться. Не знаю, посмотрим, проверим, как они работают. Принцип очень элементарный, то есть, вот. А точнее, как они открываются. Вот, пусть палец будет этот аккумуляторный контакт, тянем вверх, открылось. Тянем вниз, закрылось. Принцип действия такой, то что вот эти две металлические части при защелкивании немного стягиваются. Надеюсь, будет видно на видео. Так, еще раз, чтобы было что-то видно. Да, немного видно. И, что я могу про них сказать? Я их себе еще не поставил. Причина такова, то что продавцы пишут, что клеммы универсальные, подходят к любым аккумуляторам. Нет, это все ложь, провокация. Клеммы швейцарские, соответственно, это Евросоюз, и рассчитаны на европейские контакты, то есть толстые. У меня же стоят клеммы стоковые, аккумулятор, на аккумуляторе контакты стандарта Азия, то есть они тоненькие, мизинчик их еще называют. Туда они встают, но не фиксируются. То есть, грубо, как шапку можно надеть и радоваться жизни. Потом снять, и там оп, а там стоковые клеммы. Поэтому на форуме уже нашли решение, нашли переходники, которые, по-моему, стоят рублей 100. Вот только осталось за 100 рублей их найти в магазинах. Я их даже за 300 не находил нигде. Что еще про них можно рассказать? Качественный пластик, латунь, основные части нержавейка, да в принципе и все. Здесь написано, что максимальный ток 800 ампер. Сейчас, если так будет видно, я прокручу. Да, думаю, видно. Все очень прикольно смотрится. Надеюсь, что я в ближайшее время себе наконец-таки поставлю. Что еще про них можно сказать? Мы на форуме обсуждали то, что болтики, судя по фотографиям, какие-то очень хлипкие, надо их менять, так нельзя оставлять. Нет. Вот то, что мне пришло, болтики качественные, судя по всему, это то,
тоже нержавеющая сталь. Очень плотно прикручивают эти две детали, стягивают две железяки. Так что, я думаю, менять их особо не стоит. Ну, если там не очень загоняться по этому вопросу. Потом, еще что про них можно сказать? Да, в принципе, наверное, все я про них рассказал. В руках покрутил, со всех сторон показал. Я не жалею об этом приобретении. Осталось только инсталлировать машину. Покупал исключительно ради подкапотного фетиша, просто чтобы там было что-то симпатично смотрелось. Ну и в завершение расстоит сказать то, что я списывался с человеком, у которого стоят такие же клеммы на Тойоте, по-моему. Он сказал то, что единственный нюанс у этих клемм, то что когда повышенная влажность, или когда машина выходит здесь с зимовки, нужно обязательно проверять, чтобы вот здесь под крышкой не было конденсата. В противном случае клеммы на аккумуляторе окислятся, их нужно будет зачищать. Вот этот геморрой никому не нужен. В принципе, все. Если кого-то заинтересовало, напишите мне на форуме. Скажу, где заказывал. Может быть, даже там для москвичей помогу их пригнать через друзей, через своих же. Ну, или заказать там, по-моему, у той компании есть доставка. Покупал их, как еще раз повторюсь, исключительно ради подкапотного фетиша. Нет, я не старый дед, который, выходя из машины, забирает с собой домой аккумулятор, а утром его обратно ставит. Просто, чтобы все было красиво, все было интересно. Вот и все. Если будут еще вопросы, пишите на форуме, постараюсь всем ответить. Все. Всем пока. Подписывайтесь на обновление моего канала, заходите на форум, пишите, читайте. Удачи!